В рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 550-летия столицы Чувашской республики, с 21 по 25 августа 2019 года состоится Всероссийский фестиваль классической музыки «Берег классики». В нем принимают участие инструментальные и хоровые коллективы, признанные мастера и молодые лауреаты международных конкурсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ульяновска и других регионов страны. Проект направлен на сохранение культурных традиций России, представляющих общемировую ценность в сфере музыкального искусства, ну и, конечно же, выявление и поддержку молодых дарований. 24 августа на Певческом поле состоится гала-концерт фестиваля. 25 августа, в воскресенье, молодежно-симфонический оркестр Поволжья исполнит Моцарта и Сальери. Концерт пройдет на набережной Волги. Участие для всех желающих бесплатное.